Так, доброе утро всем. Бокер тов, гуд морнинг. Цафра тава. Доброго ранку. С добрым утром. Все, кто хотят услышать слова Торы, пообщаться с утра с Богом, прямо конкретно через Тору. Мы общаемся сейчас с царем Соломоном, мудрейшим из людей, представляете? То есть конкретно его мысли, его слова, он как будто бы сейчас с нами разговаривает, начинает, царь Соломон. Но он же с нами говорит не от своего имени, а от имени Бога. То есть он был с Богом на контакте. Он еще общался с царем Давидом, это его папа был, между прочим, который его же лично при жизни еще сделал царем. И представляете, то есть он это тот, кто видел и вырос на руках у царя Давида, можно сказать. И он видел все эти чудеса, которые были, которые сопровождали царя Давида безостановочно. Он эти псалмы, вот мы читаем псалмы Давида, да, а он эти псалмы от папы слышал на ночь. Перезаходил к нему папа, и ему читал псалом 20-й, да, псалом 120-й, да, вместо сказок. И, значит, вот мы сейчас воспринимаем слова напрямую, слова царя Соломона, которые к нам дошли без единого искажения. То есть Тора — это прямо конкретно без единого искажения, потому что если есть какая-то ошибка хоть в одну букву, этот свиток некошерный, его хоронят, все, или исправляют. Даже, по-моему, нельзя исправить, можно только, чтобы было все вот прям идентично-идентично, во всем мире одинаковые свитки. И, значит, параллельно мы общаемся с Малбимом, был такой великий мудрец, который жил около 150 лет назад, и он нам объяснял слова царя Соломона Раши, Рабейну Шлома Ицхаки, который жил 1000 лет назад во Франции. И параллельно мы еще Мицуда Давид, я не знаю, когда он жил, еще, вот я смотрю в основном три комментария, Раши, Мицуда Давид и Малбим. Ну и Ицхак Пентусевич, это как бы, это я просто все это собираю и перевожу на понятный язык. То есть моя функция в этом случае собрать информацию, как пчела нектар собрала и мед вам передала в виде меда. Класс вообще. И главное, что мы сидим по всему миру и, значит, в удобных все в этих самых. Вот я у Итана еще кофе попрошу. Сейчас можешь, пожалуйста, сделать кофе с молоком? Еще, да. Все, начинаем. Все, мы сейчас находимся, 19 глава, 23 глава, 19 отрывок. Значит, мы остановились на том, что с властителями лучше не связываться. То есть, если есть люди какие-то, власть имущие, надо от этих власть имущих держаться подальше. И подальше держаться от своего внутреннего властителя, от своего злого начала, Ецерара. Ецерара – это злое начало, то есть, это эмоциональное и инстинктивная природа человека, это животное внутри. У каждого из нас внутри есть животное, и надо, которое старается захватить власть. Но человек это не животное, это выше, чем животное. И мы должны от этого властителя быть с ним осторожным, с этим своим животным. И с внешними властителями, которые в основном тоже, те, кто лезут к власти, они в основном тоже животные, потому что это чистый инстинкт в стае лезть наверх, быть самым главным вожаком. И все, кто лезут вот к власти, они, в принципе, идут по вот этому инстинкту, и они, пока они залазят наверх, они очень становятся агрессивными и воинственными. Они реально такие готовы сожрать в 3 секунды, и могут сожрать, и умеют сожрать. Поэтому царь Соломон нам дал совет, с такими людьми лучше не общаться и не завидовать грешникам. Значит, вот это был 18 отрывок, не завидуй грешников, потому что эти грешники, они только временно могут преуспевать, но по факту их минутные вот эти взлеты, они по факту и не взлеты никакие, потому что они как быстро взлетают, так же они быстро и падают. И даже в момент взлета они не радуются своему взлету, потому что их сжирают другие такие же грешники, в общем, и так далее. Сказали нам им не завидовать, но человек не может не завидовать. То есть зависть это нормально, это не просто нормально, это вшито, прошивка такая, да? Поэтому зависть нам советует, Мишли, царь Соломон нам советует направить зависть
даже не на праведников, а на те качества, которыми они обладают. Какие это качества? Трудолюбивость, это качество, например, ират Ашем, трепет перед Богом, это качество настойчивость и так далее. То есть мы должны завидовать качествам. Почему завидовать качествам выгоднее всего? Потому что качество – это единственное, что ты можешь приобрести самостоятельно. Результаты своего труда – это уже с неба, а качество – это все только твое, качество характера. Поэтому был такой Бенджамин Франклин. Бенджамин Франклин был такой выдающийся человек. Он был первый посол Америки в Англии. Такой был очень известный человек, там, ну, мыслитель, очень много сделал. И у него есть целая его книга, автобиография, как он работал над качествами. Он с детства конкретно работал над качествами. И он сказал, что конкретно вот когда ты свои качества характера усовершенствуешь, да, добродетели, то тогда у тебя есть возможность прожить хорошую жизнь. И по-простому это звучит так, что действия рождают привычки. Привычки создают характер, а характер создает судьбу. То есть характер, качество человека создает его судьбу. Понятно. Поэтому мы должны завидовать, в 18-м отрывке мы в тот раз закончили вчера, мы должны завидовать праведникам, потому что у них правильные качества характера. А теперь дальше продолжается 19-й отрывок. «Ки им еш ахарит, ватикватеха лоти карет». Потому что в этом случае есть продолжение, есть ахарит. То есть когда ты завидуешь качествам характера праведника, и ты сам работаешь над своим характером и становишься праведником, есть у тебя продолжение. И твоя надежда, она не будет выкорчевана. Понятно, да? Она не будет выкорчевана, твоя надежда. Почему? Потому что все остальные надежды будут выкорчеваны. Мне сегодня прислал с утра Шаббат Шалом, один из таких очень интересных людей. Он еврей, но у него, опять же, были, как много есть евреев, у которых потеряны документы. Он потом это восстанавливал. Ну, там человек уникальнейшей судьбы. Совершенно уникальной судьбы, я не буду сейчас долго рассказывать его историю, но это просто уникальный человек. И вот он, значит, всю жизнь работает, он работяга такой прям, ну, конкретный вообще, сейчас он там один из руководителей железной дороги российской стал, налез куда, да, а он прошел через тюрьмы там, через, ну, такая у него жизнь, вот такая вот, да. Так вот он мне прислал такую картиночку, что стоит такая смерть с косой, Уже вырытая могила. И такой человек с чемоданами денег. А она ему говорит, нет, говорит, туда с, ну, вещи с вещами туда нельзя в могилу. Вещи оставляй. И такая лежит гора вот этих вот чемоданов, денег там все, которые, ну вот просто гора. И кладбище, могилы. То есть все остальные надежды людей на какие-то, что вот он, вот я, значит, там достигну цели, я заработаю, я стану известным, я стану таким, я напишу книгу, войду в историю. Это иллюзия все, это нет у них никакого продолжения. Продолжение есть только, если ты двигаешься по пути праведности, по пути духовного роста. Тогда у тебя хотя бы потенциально, я сейчас не буду доказывать, как бы, что да, только это. Я не буду доказывать. Вообще незачем это даже доказывать. Тут есть потенциальная возможность умножить каждое свое усилие на вечность. Потенциальная возможность. То есть мне не нужно даже доказательства, что этой возможностью надо пользоваться. Потому что все остальные возможности доказано, что они ни о чем. Временные, может да, может нет. Любая цель, она может да, может нет. Будет достигнута, не будет. Если не будет достигнута, ты лузер по всем координатам своим, да? Если она будет достигнута, посмотри на тех, кто достигли цели, посоветуйся, посмотри на свои прошлые цели. И долго ты был насыщен тем, что ты достиг цели, ровно 3 секунды, и у тебя тут же наступает, ну вот, я достиг эту цель, и что дальше? Новая цель, и у тебя 3 минуты успокоения, а дальше ты опять бежишь. Поэтому нам сказал в 19-м отрывке царь Соломон, что есть продолжение, и твоя надежда, она не будет выкорчевана, только если ты завидуешь качествам праведников, людей, которые идут, ну, которые служат Богу, для которых духовный рост и служение Богу – это главное. И тогда твоя надежда, она никогда не будет, то есть здесь тебе, как в Пиркейавот мы учили, что «Ло алейхам лаха лигмор» – «Не на тебе закончить работу», написано. И «Ве эната бен хорин ливатель мимена» – «И ты не свободный человек, чтобы освободиться от этой работы, от духовной».
Им ламата Тора Арбе, если ты учил много Торы, но тним леха сахар Арбе. Если ты учил много Торы, дают тебе много награды за это. Венейману бааль млахтеха шейшалем леха сахар пуатеха. И доверенный он, хозяин твоей работы. Кто нам сказал делать работу? Бог нам сказал делать работу. Заповеди делает, это как приказы Бога. Он хозяин этой работы. И написано вот тут, обратите внимание, есть награда за результат, а есть награда за действие. Так, Нейману, можешь ты верить, то есть верный он, как верный своему слову, хозяин твоей работы, что заплатит тебе награду за твои действия. То есть тут каждое действие твое на духовном пути, оно уже делает как бы на твоей душе, делает грань, как алмаз и грань, бриллиант. И уже все, уже огранил, все сделал. То есть если ты там не сделаешь какое-то страшное преступление, за которое есть карет, отсечение души, то тогда у тебя есть возможность, значит, перейти на следующий уровень игры. И это интересно, это прикольно. То есть это вечность. В общем... и дальше он продолжает, это Раби Тарфон в Пиркей Авот, и он говорит, доверенный он хозяин твоей работы, что заплатит тебе награду за все твои действия, но знает, там дальше он продолжает, что матан схаран ли цадитим, что выдавание награды для цадиков, когда леотит лаво, в грядущем мире. То есть этот мир, это коридор, ты его проходишь. Конечно, хотелось бы его пройти без шишек, без синяков, но это нереально. То есть этот мир предусмотрен, что все в этом мире рождается и умирает. И по-любому, какой бы ты ни был там умный, красивый, там успешный и так далее, приходит момент, когда клетки стареют, и ты становишься дряхлый, хилый, слабый, ничего тебя не радует, и потом ты умираешь. То есть это... То есть, этот мир, это мир страданий, он не для того, чтобы здесь выдавать награду. Но тот, кто надеется, вся его надежда на этот мир, он лузер, по-любому лузер. Он, вся его надежда потеряется. Тот, который использует этот мир, он его использует, он понимает, этот мир это тренажер. Для того, чтобы и в этом мире, никто не говорит, что в этом мире ты должен тупо там страдать, и не жрать, там, не жениться. Бог все сказал, золотая середина. Пройди этот жизненный путь, но вкладывая куда? В свою душу. Вкладывая в себя, в свою душу, в грядущий мир. Все. И тогда твоя надежда, 19 отрывок, она не будет выкорчевана, и все будет с тобой. Я ему, кстати, послал в ответ, я говорю, что те деньги, которые ты на цдаку отдаешь, так ты их с собой в могилу пронесешь. То есть у тебя будет чемодан того, что ты успел отдать на цдаку. Я ему говорю, что ты как бы можешь не беспокоиться, ты здесь хорошо устроился, но он очень богатый, я говорю. И туда у тебя будет пару чемоданов. Единственное, я ему говорю, что у тебя будет отдельный хабадский рай, потому что он помогает хабаду, я говорю, ты как бы распредели свою цдаку, свою помощь, да, чтобы ты как бы... Вот у нас Ваикра, у нас все раввины, все представлены, 100 раввинов, все конфессии, грубо говоря, да, что это самое. Ну, то есть я ему говорю, диверсифицирую риски, как бы, да, чтобы... Хорошо. Он меня заблокировал. Я шучу, он не заблокировал меня, да. Хорошо, двигаемся дальше. Дальше двигаемся, 20-й отрывок. Это был 19-й, сейчас 20-й. Шма ата бни вахахам. Слушай ты, сынок, говорит нам царь Соломон, обращаясь к нам от имени Бога, и говорит, слушай ты, сынок, как бы сын мой. То есть сын мой, когда в духовном плане, когда мы учимся у царя Соломона, мы как сыновья царя Соломона. Он как наш папа, а его папа это Бог, его папа, и наш папа это Бог. То есть сын это не только биологический сын. Сын это тот, кто идет по заветам отца, ну, грубо говоря, да? И он говорит, шмабни, слушай, сынок, прямо он пишет в 19-м отрывке, вахахам, и стань хахамом, стань мудрецом. То есть прими вот эти аксиомы Торы, которые до них нельзя додуматься. То есть ты выбираешь в этом мире, первое, ты должен выбрать, кому ты веришь. Что такое хорошо и что такое плохо. То есть в любом случае, каждый человек живет в мире каких-то исходных аксиом, моральных аксиом, которые он принял от кого-то. И нет, не может человек сказать, да я вот, я в Бога не верю. Он сказал, я в Бога не верю, значит, ты во что веришь? Ты веришь в атеизм. А где ты взял этот атеизм? Мне кто-то объяснил.
То есть он ничем не лучше, чем верующий. Он думает, что он лучше, чем верующий, а он такой же верующий, только он верит в атеизм. Вот вся разница. Так вот, он ему говорит, «Шма бни вахахам», «стань хахамом». Хахам – это тот, кто принял божественные аксиомы за основу своей системы координат. То есть послушай меня и стань вот этим вот мудрецом. «В ашер бадерах либеха». И, значит, «В ашер бадерах» и направляй сердце твое на верный путь. То есть «ашер» – это выпрями, дословно. Это от слова «лиашер», и «ашер» – это как выпрям пути своего сердца. «Бадерах либеха». То есть смотрите, как идет. Вот у каждого человека, мы уже много раз на эту тему говорили, у каждого человека есть его система координат, его система мировоззрения, которая называется сердце на языке древних мудрецов, на языке Торы. Сердце. Много замыслов в сердце человека. То есть, понятное дело, что это имеется в виду не сердце как сердце, а это имеется в виду хранилище картины мира, ну то, что сегодня называется подсознание. Ученые сегодня посчитали, что от 50 до 70 тысяч мыслей в день всплывает из подсознания в сознание. Но они всплывают, а там в подсознании постоянно идет нон-стоп, человек это не осознает, но вся его жизненная картина, весь прошлый опыт, все, что он видел в жизни, оно там крутится. Я сейчас месяц, у меня такой челлендж, с 1 января записываю свои сны. Каждое утро в первую минуту пробуждения есть возможность вспомнить свой сон и записать его. Я читаю, я в шоке, я вам серьезно говорю. Я реально в, ну, нельзя сказать, что в ужасе, я в удивлении. Что мне снится, то есть, когда ты можешь все запомнить, буквально через минуту уже улетучивается большая часть сна, и ты не помнишь, что там было. Такие сюжеты, такие какие-то вообще непонятные люди. Сегодня мне снился, короче, один чувак, он приехал на таком... Майбахе, такой джип, в общем, приехал он куда-то, где был я с семьей. И он приехал, я помню, что он был с сидуром, ну, то есть он читал на иврите и молился на иврите. Но он так, видно было, что он меня изучает, он был из учеников Гурджиева. Ему было интересно посмотреть, типа, ну, вот какой я, как бы. И он, значит, устроил, а он очень такой был богатый, влиятельный, он устроил там целую какую-то, ну, там... В общем, такая комбина какая-то. Я точно хорошо помню, что я его во сне обучал, как читать «Шма Исраэль» правильно. Потому что они читали неправильно. Дело было в Германии. Он говорит, ну в Германии все так читают. А я ему говорю, неважно, как читают в Германии. Не читают так быстро «Шма Исраэль». Это не просто «Шма Исраэль», «Шам Элокейну», «Шам Эхад». Это суть. Но это была маленькая часть сна. Там снились еще крокодильчики, собака странной породы, дыни какие-то. То есть... Это я к чему говорю, что это не я странный, у всех такое подсознание. Я думаю, что у меня еще, ну, у каждого человека там целый калейдоскоп. Теперь смотрите, что получается. Как выпрямить это сердце? Ты его не можешь выпрямить. То есть, если вы понаблюдаете за своим мышлением, вот просто сядьте 2-3 минуты, просто понаблюдайте, расслабьтесь и понаблюдайте, какие мысли всплывают. И вы удивитесь, что мысли всплывают абсолютно по какой-то такой ассоциативно-коммутаторной системе. А у нас в квартире газ, а у вас, а у нас водопровод, вот. А у нас сегодня кошка родила вчера котят. Значит, что-то котята выросли немножко, пить сегодня не хотят. То есть вот такой вот калейдоскоп у человека внутри – это сердце. И говорит царь Соломон нам, он говорит, сын мой, он нам говорит в 19-м отрывке. «Шма атабни вехахам». «Слушай теперь, сынок, и стань мудрецом». Возьми Тору, возьми божественную мудрость, то есть возьми не мысли из сериалов, не мысли из книг, не мысли от соседа, не мысли из журнала, не мысли каких-то совершенно странных людей, которые транслируют свои мысли через все каналы связи. То есть вот сейчас как делается? Листаешь ленту в Фейсбуке, и ты читаешь мысли людей, которые вообще непонятны. Половину ты не знаешь, половину сумасшедшие, половину, ну, какие-то странные вообще, да? Ну, все странные. Нормальных нет, есть недообследованные, знаете. И все это входит тебе в мозг, соединяется с твоим жизненным опытом. Сейчас вдруг пошел челлендж, там, я 10 лет назад, и я сейчас, и все давай фотки постить, да, и читать, и смотреть, и постить, и вот у человека в сердце полная каша. Царь Соломон нам говорит, выпрями сердце свое, если ты так проживешь в этой каше, все, это как, ну, как жизнь во сне, и ничего, и все проходит, все ушло, и ничего не осталось. Выпрям это, говорит он,
21 отрывок. Это был 19-20 теперь. Альтеи бесовей яйн, безолелей басар ламо. Значит, он говорит, не будь среди тех, которые пьют вино, бухают. Пошла антиалкогольная пропаганда такая. Потому что, когда человек пьет вино, это вообще у него происходит... Вот, что делают люди? Ну, давайте дочитаем. Не будь среди тех, кто сидят... Совей яйн, это те, кто собирается и бухают вместе. И среди безолелей басар, и среди обжор, которые жрут мясо и наслаждаются. То есть, чем занимаются люди большую часть своего времени? Они ищут наслаждение. Они реально ищут, где кайфануть. Все. То есть, вот так конкретно, если взять, чем занимаются люди вокруг, общее стремление. Больше кайфа. Больше удовольствия, больше кайфа. Как получить кайф? Самый простой способ – это через питье и еду. Вот я там думаю, Итан, сделай, пожалуйста, кофе. Да, кофе, сладкий кофе с молоком. Выпил. Пошло, сахар в мозг пошел, ну там и так далее, чуть-чуть приятно стало. А если сейчас бы стакан выпить вина или водки? Значит, в мозг попадает яд. Этот яд, он рушит какие-то там структуры мозга, да? И сразу все в розовом свете. Вообще, вот эта тема, да, ну чем займемся дальше? Мясо пожрем, давай мясо пожрем. Пожрали мясо, ну чем дальше займемся? Ну, чем, вы знаете, чем заканчиваются все эти пьянки-попойки. И царь Соломон говорит, не будь среди таких людей, потому что это просто вытянуть свою жизнь впустую. Просто, ну как бы ты гоняешь за вот этими мимолетными наслаждениями, ты, ну пути два. Или ты становишься жирным, больным, или ты становишься еще хуже, люди, когда они, ну, вот он наслаждается, 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 потом ему все приелось, он пошел там на наркотики, еще на какие-то вещи, это как бы путь один в пропасть. Второй путь в пропасть, он гоняется за наслаждениями, но он все время, вот я вчера ехал на такси, и таксист мне говорит, о, я вас знаю, там, слушал ваши ролики, а я вот не могу, говорит, ничем долго заниматься, вот я, говорит, мне там 35 лет, и я, значит, вот я отработал, и потом кайфую, значит, отдыхаю. Сериалы смотрю, пиво пью, там все. Ну, не могу ничем серьезным заняться. Вот потом опять поработаю, и опять кайфую. И он говорит, вот что же мне делать, мне уже 35 лет. Я ему говорю, слушай, ну, кайфуй дальше. Говорю, а что неплохо? Ну, в принципе, у тебя в жизни кайфа больше, чем у остальных. Но единственное, что ну, там, 35 лет, потом 45 лет, потом 55 лет. А он же ни спортом не занимается, ничего. Потом начнет болеть. То есть он как бы кайф свой выгребет весь. То есть он много кайфует. Он кайфует больше, чем я от жизни. Да? Я с утра встал, холодный душ, зарядка, там работа, побежал. То есть минуты нет свободно. Вот так от утра до вечера. Чтобы кайфануть, нет минуты. Но я знаю, что я выгребаю свою долю страданий. Я вкладываю там 30% времени на духовный рост, например, да? Я надеюсь, что в раю отдохну уже, кайфану, то есть уже как бы в раю, ну, реально проведу хорошо время, да, на вечность. Но, а он выгребает удовольствие здесь, выгребает. Вот царь Соломон нам советует не быть среди пьяниц и обжор, потому что те, кто выгребают здесь удовольствие, они за них много платят. Реально, у них цена дорогая потом. То есть, если есть вот эта вот пропорция, доза удовольствия и страданий, то те, которые вином и мясом, очень быстро ты выгребаешь свой ресурс удовольствия в этой жизни. Потом начинаются болезни и так далее. Все. И есть у нас еще время или нет? 23 минуты. Да, еще 2 минуты у нас есть. Значит, последний отрывок сегодня. Значит, дальше он объясняет простым языком. Он говорит «Тесувеа, Везулель и Вареш». Он говорит, тот, кто обжирается и бухает, обеднеет. Прям конкретно так написано. Тот, кто бухает и обжирается, и вареш. И вареш будет бедным. Все. Будет он бедным, векраим талбиш нума. И будет он одеваться во что? В лахмотья. Если он будет еще при этом ленивый, так вот прям переводят. Ибо пьяница и обжора обеднеют, переводят на русский, и сонливость оденет в лохмотья. То есть тот, кто вот как этот таксист, он, в принципе, у него нет денег. У него он все, что он зарабатывает, он тут же тратит. И у него, в принципе, если он ленивый, ну, а он отдыхает, реально больше отдыхает, чем работает. То к чему это приводит, вот нам всем сказали, он уже простым языком объясняет, царь Соломон, чтобы было понятно. То есть все, если хочешь зарабатывать, хоть, даже материальные какие-то вещи,
Ты должен преодолеть вот это свое стремление к удовольствиям и понять, что понять ты должен. Да, да. В Пиркей Авот они объясняют это, что сон, утренний долгий сон и так далее. То есть это все приводит к тому, что человек, ну, теряет свою силу. Все, дорогие друзья, значит, давайте подведем итог. Значит, первое, нужно обязательно для меня итог. Нужно четко, конкретно заниматься духовным ростом. И это работа, это работа. То есть это не развлечение. Вот если бы вы, например, просто послушали урок, это еще не работа. Работа – это если вы сейчас после урока сделаете свои выводы, прям запишите, потрудитесь еще 3 минуты. Запишите 3 своих вывода, до 3 выводов. Работа, если вы этими выводами поделитесь с кем-то. Работа, если вы после этого еще найдете время, чтобы повторить свои выводы. Работа, если вы сейчас к шаббату подготовитесь. То есть должна быть духовная работа. И когда ты работаешь конкретно над собой в духовном плане, то ты вкладываешь вечность. Это как огранка алмаза в бриллиант. То есть это такая кропотливая, тяжелая работа, но которая создает бриллиант твоей души. Это первое. Второе, естественно, что не надо... Но тут написано, в комментаторах говорят, что когда ты в субботу пьешь и кушаешь, что это ты не для себя пьешь и кушаешь, это божественная работа. Так что в субботу поэтому можно подготовиться, подготовить шаббат, вкусную еду, чтобы вкусную еду, питье, можно даже чуть алкоголя попробовать, шаббат шалом, да, в шаббат. И, значит, в шаббат именно эта еда, в шаббат и праздники, когда ты кушаешь специально для служения Богу, это тоже является духовной работой. Поэтому всем шаббат шалом, чтобы был у вас праздничный, хороший, вкусный, яркий шаббат, наполненный и удовольствиями земными. Говорят, что шаббат – это как 1/60 грядущего мира, да, что ты в шаббат чувствуешь, что такое отрешиться от этого мира и просто кайфовать, что ты с Богом, и у тебя все хорошо. И, как говорится, кто трудился в эрев шаббат, канун шаббата, как сегодня, и подготовил себе шаббат, то, ну, того будет шаббат наслаждения. И так как шаббат это 1/60 грядущего мира, тот, кто в этой жизни канун грядущего мира работал, то у него будет и грядущий мир наслаждения. Все, поэтому мы как сейчас тренировочный у нас заезд такой, готовимся к шаббату и в шаббат наслаждаемся. Все, удачи. И еще раз, тот, кто молится за другого и просит, чтобы у другого было то, что ему самому нужно, ему Бог отвечает. Поэтому я вот сейчас конкретно прошу Бога, чтобы он услышал все ваши молитвы, чтобы он вам дал здоровье, деньги, счастье, успех, благополучие, именно такое настоящее духовное стремление к Богу. Самое главное, чтобы был вот этот Ират Шамаем, трепет перед Богом, чтобы была вот эта мысль, главная стержневая мысль, что главное в жизни это идти в сторону Бога по Его заветам. И эта мысль, она вытащит вас, как передний привод, из любой ситуации, из любого сомнения. То есть вот этот Ират Шамаем, это выбор такой, да, что главное. Вот это я желаю всем и прошу, чтобы у меня тоже это было в заслугу, что я попросил за вас. Все, удачи, успехов, шаббат шалом.